Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня делюсь рецептом невероятно быстрого в приготовлении пирога в виде галеты. Такая выпечка выручает, когда нужно что-то быстро приготовить к чаю. Тем более сейчас, когда много ягод и фруктов, можно менять начинки, получая каждый раз новый пирог. Количество начинки делайте на свое усмотрение. А список ингредиентов, как обычно, смотрите, открывая меню под видео и прокручивая вниз. В чашу измельчителя кладу муку с разрыхлителем. Добавляю сливочное масло в замороженном виде и порезанное кусочками, немного сахара, соль, ванильный сахар и корицу. И превращаю все в крошку. Далее добавляю сюда холодную сметану и еще раз размешаю. Должна получиться вот такая крошка, которая легко собирается в комок. Выкладываю тесто сразу на кусок пергамента, соберу его немножко, придавая форму, и затем раскатаю скалкой. Если у вас скалка будет липнуть к тесту, можно взять и положить сверху еще кусок пергамента и раскатывать через него. Друзья, смотрите на моем канале и другие не менее простые и интересные рецепты, а также не забывайте подписываться. Толщина коржа должна получиться около 1 сантиметра. Присыпаю сверху крахмалом и распределяю его, не доходя до края. Выкладываю начинку. У меня это крупные абрикосы, резанные дольками. Слой начинки не должен быть слишком толстым. И по вкусу посыпаю небольшим количеством сахара. Затем подгибаю края к серединке внахлёст, делая такие складки. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Часто ли вы готовите пироги в виде галеты? Перекладываю пергамент с пирогом на противень и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 35, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовому пирогу даю остыть и посыпаю сахарной пудрой. Можно подавать. Пирог получается невероятно рассыпчатым, нежным. Первый день он очень сильно крошится, а на второй день становится более плотным, но при этом не менее рассыпчатым. Ну вот так быстро к чаю можно сделать такую красоту. Очень ароматно, с насыщенным сливочным вкусом. Ну и, конечно, абрикосы в виде начинки – это отличный вариант. Кстати, на моем канале есть и другие рецепты галет с различными начинками, как сладкими, так и не сладкими. Желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.